Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас с вами 27 апреля. И я все-таки еду на реснички. Я должна была вчера сделать коррекцию ресниц, но я перенесла на сегодня, так как вчера я немножечко депрессовала. У меня вчера был день тюлень. Я целый день лежала. Мне надо было подумать, полежать, поскучать. Вот, а сегодня, да, у меня реснички. Будем наводить красоту. Сейчас я вам покажу реснички за сейчас. Какие они у меня почти лысые. Видите? Их почти нет. И покажу потом, когда их сделают. Вот такой у меня лук сегодня. Сейчас я сверху одену еще черную куртку. Закружилась, пока вам лук показывала. Вот так вот. А вот так выглядит Алексей. Посмотрите на него. Привет. Ой, вы видите, да? Ему солнце мешает. Он в очках. Солнце слепит. Это, наверное, подписчики тебя слепят. Может быть. Сегодня у нас вторник. Так что, может быть, в магазинчики в какие-нибудь заедем. Я для вас все поснимаю, вам все покажу. Оставайтесь со мной. Ну все, реснички я сделала. Челка живет своей жизнью, как всегда. Вот такие у меня теперь глазки. Красота. Но сегодня они у меня, конечно, красненькие будут, зрачки. А завтра уже идеально. Вышла я с ресничек, сажусь в машину. Говорю, Лёша, смотри, какие у меня глазки. И тут с заднего сиденья... Бу! Бу! У меня чуть не остановилось сердце. У нас там доча. Вон она, доча моя. Она с вами здоровается. А вот, напугала маму до смерти. Мы решили покушать сегодня роллы. Вот здесь мы их заказали в Тоше. Заказ у нас на 897 рублей. Мы решили взять три обеда бизнес-ланча. Я вам потом покажу, когда принесут. Сейчас будем кушать. Доча, ты будешь кушать? Глянь, она в маске. Боится от меня заразиться. Но вот глаза можно было бы открыть. Смотри, мам, пивной комбо берем. Дочь хочет пивной комбо. Как не стыдно. Смотри, там и гренки. Смотрите, какой здесь позитивный смайлик с усиками. Там еще два. Слева еще два. Кстати, тут много, тут фуд-корт, тут много всяких кафешек. Автосуши, жар-пицца, Тоши, столовая сели-поели. Ну и там еще много-много-много всего. А тут Леша у нас голодный сидит. Грязный стол. Голодный-приголодный. Вчера я хочу как собака. Сутулая? Да. Доча, ты кушать хочешь, как сутулая собака? Да. У меня травма. Не знаю, какая. Мне делали операцию без наркоза. У меня травма. Доча была у зубного. Теперь у нее меньше зубов. Меньше костей. Сколько человек костей? Не знаю. Может, тебе на одну косточку меньше? Главное, чтобы мозгов было на одну извилину больше. Андрей говорит, их нет. Сотрясения не будет. А знаешь, почему Андрей говорит, что у тебя мозгов нет? Да, это правда. Потому что ты с ним живешь. Да. Вот такой вот у нас заказик. Три супа, две лапши с курицей, одна филадельфия Алексею, два спрайта и черный чай. Вот такой у нас заказик. Всем приятного аппетита!
Если кто-то сейчас нас смотрит и кушает, вам тоже приятного аппетита. Ну все, доча, пока. До свидания. Пока-пока. Не снимайте, что я вытаскиваю из машины. Пока-пока. Ну все, мы дочь отвезли. Сейчас едем домой. Посмотрите, какая у нас погода. Это ужас. Я даже не пойму, это град со снегом. Мне кажется, град со снегом, потому что бьет по машине вообще. Это ужас вообще. На машине уже почти сугроб за 2 минуты. Смотрите, какая радуга. Я думаю, что вам видно, потому что мне через камеру видно радугу. Сегодня в Фикс Прайс заезжали. Купили вот такие вакуумные пакеты с клапаном. Тут внутри такой клапан. А то сейчас зимнее одеяло надо будет убирать. Зимнее постельное белье.
Очень удобно. В пакет кладешь, воздух выпускаешь, и мало места занимает. Вот. Вот такие пакеты. Они, кстати, знаете, по какой цене? По 50 рублей. Мы вот 3 штучки взяли. И взяли 2 штучки вот такие подставки. Они называются подставка для губки. 77 рублей стоит. Мы одну купили под губку, а одну купили в ванну под мочалку. Сейчас с вами попробуем повесить губку. Тут заклепочка. Так. Неудобно одной рукой. Сейчас, девочки, на паузу поставлю. Попробую, покажу вам позже. Ну, вот так вот у меня получилось. Там внутри, видите, дырочки, чтобы вода с губки стекала в раковину. А то у нас губка как бесхозная. Видите, вот так лежит все время в маленькой раковине. А теперь мы ее положим вот сюда. Ну, попробуем. Если будет удобно, будем пользоваться. Нет, значит, снимем и выкинем. И пойдемте с вами попробуем в ванну повесить под мочалку. Так. Сейчас мы с вами попробуем повесить. Ой, одна рука опять неудобно. Сейчас на паузу вас поставлю. Но в ванной, конечно, я не уверена, что она у нас приживется. Я думаю, что не очень удобно, хотя вот у нее тут дырочки, как бы с мочалки будет вода стекать. Но как-то она похабно, мне кажется, смотрится. Не уверена я, что она у нас приживется. Думаю, что пару дней повисит, если вообще повисит, и мы ее снимем. Не уверена я, что она у нас приживется. Мне кажется, если она будет вот так стоять, она даже больше у нас приживется. Ну, посмотрим, если что, я потом вам во влогах скажу. Выкинули, не выкинули, сняли, не сняли. Пока так. Вот на кухне, я думаю, что она больше приживется. Надо только ценничек с нее снять. Как-то она здесь поладнее висит. Ну, ладно, во влогах вы увидите, пользуемся, не пользуемся. Увидите ли, я скажу. Пока пусть повисит. Ну что, я уже дома. Буду заканчивать свой влог. Сегодня уже ничего интересного происходить не будет. А вот завтра, я думаю, что влог будет побольше. Потому что Алексей завтра поставит машину на ремонт. И мы с ним хотим пойти погулять. У нас там в городе сделали дворянское гнездо. Дорожки, лавочку. Говорит, фотозона хорошая. И мы хотим как бы сходить завтра пойти погулять. Что будет интересного, я обязательно для вас поснимаю. Вот. Может быть, в детский парк еще сходим, погуляем. Точно не знаю. Ну, точно где-нибудь погуляем. И я все для вас сниму. А сегодня, конечно, уже ничего интересного не будет происходить. На ужин я готовить ничего не буду, потому что у Алексея там рисовая каша есть. А мне он на ужин купил пирожно-картошку. Я ее очень люблю. Попью чайку сейчас с пироженцем. И все, и доделаю кофточку. Я сегодня уже довязала кофточку, футболочку, которую вы видели, беленькую. Я ее уже довязала, осталось крючком обвязать. Вот, и она будет готова, уже можно будет одевать. Но, правда, погода не позволяет. Клёпа, зачем тебе на балкон? Пойду ему дверь открою. У нас кот терпеть не может закрытые двери. Если... обычно эта дверь всегда открыта, и ты ее закрываешь, то у него начинается паника. Он начинает бегать туда-сюда, чтобы ты ему открыл, закрыл дверь, впустил, выпустил, потому что она не должна быть закрыта.
А я ее закрыла, потому что с улицы очень шумно, машины ездят. Невозможно записывать видео. Я его на балкон выпустила, теперь он обратно просится. Пойду открою ему дверь. В общем, мне осталось в этой футболочке только обвязать крючком пройму и низ футболочки. Так что я сейчас закончу свой влог и пойду обвяжу крючочком. И, наверное, завтра вам уже покажу, что у меня получилось. А на сегодня я с вами прощаюсь. Хочу вас поблагодарить за то, что вы меня смотрите, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. Всем пока-пока.